сотрудник компании «Контакт Плюс». Этот обзор посвящен оборудованию для паровых кабин парогенераторам «Тила Steam Home» и «Steam Commercial». «Тила» – шведский бренд с многолетней историей. Конструкторы «Тила» всегда стараются сделать оборудование, которое было бы удобным для обычного человека. Управление должно быть понятным, обслуживание простым, а сервис – оперативным. Долгое время самым популярным парогенератором «Тила» была модель VA. Она до сих пор продается, и это отличная бюджетная модель. Без экономии на качестве, но время не стоит на месте. Появляются новые технологии. Результатом многолетних разработок стали модели Steam Home и Steam Commercial. Оба парогенератора изготовлены по термовому принципу. Нагревательные элементы кипятят воду, получается пар. Главный враг теновых парогенераторов – это накипь. Чем более жесткая вода, тем больше накипи. Поэтому перед покупкой тенового парогенератора вам необходимо определить степень жесткости местной воды и при необходимости установить систему водоподготовки. Рассмотрим модель Steam Home. Это идеальная модель для частного хамама. Традиционный для Тила простой скандинавский дизайн корпуса. Ничего лишнего. Парогенератор Home может работать в трех режимах мощности. 3, 6 и 9 кВт. При установке вы можете выбрать, какая мощность вам нужна. При работе в режиме 9 кВт он вырабатывает 12 кг пара в час. Внутри расположен бак из нержавеющей стали объемом 2 литра. Воду в баке нагревают тены, сделанные из специальной высокопрочной нержавеющей стали. Парогенератор подключается к водопроводу, канализации и работает в полном автоматическом режиме. Steam Home автоматически забирает нужное количество воды и сливает ее после окончания работы. Вода в баке всегда будет свежей. После слива включается система автоматической промывки. Все это позволяет парогенератору вымывать большую часть накипи из бака. Таким образом, парогенератор практически не нуждается в обслуживании. При домашнем использовании производитель рекомендует производить очистку около 2 раз в год. Делается она очень просто. В бак заливается специальное средство сольвент. Включается парогенератор, и через час работы она снова готова к работе. Данное средство не токсично, не имеет запаха и не наносит повреждений парогенератору. Но, разумеется, пользоваться парной во время очистки запрещено. Конструкторы Тила очень серьезно подошли к вопросу безопасности. Внутренняя система контроля следит за уровнем воды и превышением температуры. В любой непредвиденной ситуации срабатывает предохранитель. Тила обращает большое внимание на экологичность своего оборудования. Поэтому в парогенератор встроена функция энергосбережения. К парогенератору можно подключить освещение, плюс дополнительную опцию, например, вентиляцию, и управлять ими с одного пульта. На выбор Тила предлагает 2 пульта – Pure или Elite. Pure – это простая бюджетная модель для тех, кому достаточно базового функционала. Функционал же пульта Elite на порядок выше. Он может подключаться к домашней сети Wi-Fi, программировать расписание, управлять насосом для аромата. Рассмотрим модель Steam Commercial. Как следует из названия, Тила позиционирует эту модель для коммерческого использования. По нашему мнению, Steam Commercial лучше подходит для большого частного хамама. А для серьезного коммерческого использования лучше обратить внимание на парогенераторы компании Gigromatic. В отличие от Com, тут нет переключателя на разные мощности. В серию входят модели на 9, 12 и 15 кВт. Самая мощная модель может генерировать до 20 кг пара в час. И это не предел. У парогенератора есть функция Multi-Steam. Она позволяет синхронно подключить до 3 парогенераторов одновременно. В отличие от Home, Commercial можно подключить свет, вентиляцию, плюс до 3 дополнительных опций. Кроме того, у парогенератора расширенный бак для воды объемом 8,5 литра. В остальном, все преимущества Home – это автоматическая промывка, система контроля, энергосбережение также присутствует и в Commercial. В отличие от Home, Commercial может работать только с пультом Elite. Но это логично. Пульт Elite может раскрыть потенциал Commercial наиболее полно. Например, можно составить расписание работы на неделю вперед. На данные парогенераторы компания Тила дает гарантийный срок 5 лет на частное использование и 2 года на общественное. Очень важно, что гарантия в том числе распространяется и на нагревательные элементы.
Парогенераторы полностью изготавливаются на собственном производстве в шведском городе Хальмстад. Поэтому компания может позволить себе такие значительные гарантийные сроки. Даже если что-то случится, сервис Тилла славится быстротой и лояльностью клиентов. Итак, мы рассмотрели модели Steam Home и Steam Commercial. Удобные, надежные, безопасные, почти не требуют ухода. Идеальный вариант для частного хамама любого размера. Если у вас возникли вопросы по поводу приобретения парогенераторов или сотрудничества с нами, заходите на сайт, звоните или пишите на почту. Будем рады помочь. До свидания.